это новые жители наши. Панда. У него уже гриву уже растет. У нас же барана украли. Но... Вот Саша взял барана и взял без спроса овечку сукотную. Дешево. Очень дешево. Ну не очень. 8 овечка. 5 барашек. Баран 5. Ну барану, не знаю, месяцев 8, наверное. Ну да, может 7. Ну, большого барана не получилось его взять. Стой. Дверь закрывай. Ночку тут посидят. Микрофона-то нет. Это что тут такое? Общага. Машка такая весит столько же, сколько все остальные, по-моему. Это уже на руках не перетащить. Завтра выпущу, уже грива растет, блин. Но он еще не может, наверное, оплодотворять. Ну может, наверное, уже. Может бы достать. Ну, меньше, конечно, намного. Ниже. У нас, в принципе, практически все должны быть уже взрослые оплодотворенные. Да, тюнь был все-таки. Месяца два еще, наверное, походит. А он не знает? Ну, как? Нормально. Посмотри, вот тут яйцо. Я тут заглянула, а там я не буду. У кого места вот так нет в качестве временного содержания, у нас свиньи снизу, куры сверху. Такие домики над потолком, под потолком.